представляем вашему вниманию активную мультимедийную акустическую систему от компании Kinghan модели ER2012H типа 2E1. Мультимедийная акустика с качественным звучанием и удобным управлением. Эти колонки предоставляют возможность выбора. Подключите свои наушники, MP3 проигрыватель или проигрыватель компакт-дисков и выбирайте то, что будете слушать. В данной системе присутствует магнитное экранирование, которое позволяет устанавливать колонки около монитора, не боясь при этом появления искажений. Общая выходная мощность составляет 11 Вт, из которых 2 по 1,5 Вт мощность сателлитов и 8 Вт мощность сабвуфера. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 35 Гц до 20 кГц, а соотношение сигнал-шум более 60 дБ. Полное сопротивление сабвуфера составляет 6 Ом, а сателлитов 4 Ома. Размер динамиков сателлитов составляет 2 дюйма и 3,5 дюйма, а размер сабвуфера 3 дюйма. Материал сателлит выполнен из пластика, а сабвуфера из дерева. Интерфейс подключения мини-джек 3,5 мм. Регуляторы управления системой расположились на правой боковой части сабвуфера, на которой присутствует кнопка «Включить-выключить», порты входа-выхода, а также регуляторы громкости и индикатор работы. Питание системы производится от сети 220 вольт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.